Ты видел, зачем ты видел? Ничего, ничего, да. Так, выключи. Пока один оборот. Здравствуйте, здравствуйте. Ночи, добрый. Добрый. Что так? Отдельный батальон ДПС ГИБДД, младший лейтенант полиции Берегов. Да, очень приятно. Николай Олегович Драмовецкий. Да. Что случилось? Ну, добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. О, что хотели? Документы проверить. Что такие документы? А, с документами все в порядке. Будьте любезны предъявить документы. Не доверяете? Верим на слово. Ну а зачем смысл? Терять процессуальное время. То есть с целью экономии процессуального времени. И вашего, и нашего. Нет необходимости их проверять. Вы откуда? С какого района? Отдельный батальон ДПС ГИБДД. А ОБС, Пархоменко 14. Так точно. Руководителем которого является Яковлев. Да, для чего тебе необходим документ? Документ проверить, что у меня право управления, что все в порядке, гражданин не лишен. Передай, пожалуйста. Там, кстати, свежий материал, посмотрите, только что из Москвы мы приехали. С вашими коллегами стрим. Как они досматривают личные вещи граждан без протоколов досмотра? Мы не собираемся. Нет, я просто говорю в качестве такого информационного посыла, чтобы у вас понимание было. Да, конечно. Распроверь. Так, Беляков Максим Алексеевич, инспектор батальона ДПС ГИБДД. Так, СПЛ 13-53-61, 11 мая 2022 года. Спасибо. Меня зовут Аташев Денис Геннадьевич. Вам только проверить документы необходимо, да? Да. Все, хорошо. Да, держи. Позвольте. Гражданин Армении. Не, России, почему? Паспорт российский. Ага. Это для перевода. Да. Обратил внимание, как культурно общаться сотрудники? Да, невежливо подошли, молодцы. Так, это гознак, по-моему, да. Сейчас посмотрим. Признаки увидели, остановили по основанию. Госсостава нет. Получится. Николай Олегович, кто Николай Олегович, да. Все хорошо, Республика Украина. Постоянная прописка в Санкт-Петербурге. Да, угадали. Некрасово. Совпадает. Совпадает все. Угу. Грубых нарушений никаких ничего нет. Нет, я вообще не нарушаю. Законопослушный гражданин. Это никоим образом не наговариваю, просто чтобы буквально 5 минут по базе проверил. Да, подскажу. Сотрудники ГИБДД ОСБ номер 2 ДПС ГИБДД ГУМВД России по городу Москве. Вот вам наглядный пример. Культурная столица. Как общаются сотрудники ГИБДД? Тихо, спокойно, вежливо, тактично, выдержанно, в рамках закона. Учитесь. Самое главное, никаких ни грубых нарушений, нет, ничего нет, такого. Нет, я же говорю, я законопослушный гражданин. Я не пойму, что он наговаривает, поэтому... Нет. Мы людям верим. Правильно. Но проверяй, поэтому... У вас право есть такое? Да. Мы же не против. Золотое правило. Долго грузится. Ладно, не будем вас задерживать. Спасибо большое. Ну да, правильно. Учитывая, что мы только что уже... из Москвы приехали. Ну да, вы убедились, прямиком. Что трезвые все, адекватное состояние, знаете, нормальное. Документы имеются. Вот, рекомендую вам. В Петербурге что-то поменялось к лучшему. Вы меня, может, лично не знаете. Меня зовут Аташев Денис Геннадьевич, я общественный деятель, юрист. И в свое время я лично на личном примере показывал, как отставить свои права и законы и интересы. Еду с прекрасного города, вообще Астрахань. Вот там стрим на 7 часов и в Москве стрим на 5 часов почти. Вот посмотрите эти видеоматериалы. Так вот, знаете, для общего понимания, что творится в вашем институте. Я понимаю, вы не имеете права давать оценку своим коллегам, но тем не менее,
Вот. Я смотрю, нет, почему? Поведению могут, да. Я смотрю, просто у нас реально идут изменения в нашем регионе, в регионе в лучшую сторону. Однако вот в этих регионах это что-то с чем-то. Вот, посмотрите обязательно. Без купюр, без монтажа, от и до. Вот. А вам большое спасибо, даже руку пожму. Нет, хвала и честь таким, да, сотрудникам. Очень приятно, потому что как минимум я турист в вашем регионе. Да. Вот, поэтому то, что так встречается, это действительно приятно. А нас иногда встречает по-другому. Мы, конечно, плохо, что так получается, но культурное вежливое общение с гражданами должно быть всегда. С самого начала, потому что это возникает спустя там час-два, когда они уже понимают, с кем общаются. Что здесь юристы, а не хайповщики. Там. Мы, честно, не знали, кто вы. А это и хорошо, что даже не знали. Вот как бы... Вот так вот сотрудники должны служить. Спасибо вам большое. Все, счастливого пути, не смеем вас больше задерживать. Хорошо, всего доброго. До свидания. Дамы и господа, время 2 часа ночи, 48 минут, 23 октября 2023 года. Ваше мнение по поводу сотрудников УБДПС, ГИБДД, ГУМД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области?